Altagayt. Is there on this hill? Is that the way, Kieran, yeah, Ingrid? What story? Серебро, скот и щит павшего врага. Что еще вам нужно? Активировалось. Ни один датский воин не последует за этим куском сала. Сколько бы щитов он ни принес. Ты отвергаешь мои дары, Бродер? Не трать мое время! Освальд весьма щедр, брат. Лишь глупец не согласится. Откажешься, и позор будет следовать за твоим родом по пятам. Не суйся, сестра волка! Соглашайся, есть дела поважней. Воин Руда? Да. Рыскал вдоль стен. Искал, как бы протащить к нам пару десятков врагов. Где один лазутчик, там и другие. И ты бы знал это, если бы не стал его убивать. Я отливал, когда он налетел на меня. Выбор был прост. Он или мой плуг. Валдис права. Будут и другие. Увидел бы еще кого, тоже убил бы без раздумий. Где ты его нашел? У стен Нордвика, прямо на берегу. Они будут искать уязвимые места, хотят проникнуть внутрь. Боже, нам нужен живой лазутчик. Я поищу. Вы оставайтесь тут, не показывайтесь. Найду кого подозрительного, приведу. Лазутчики Руда могли разбить лагерь у своих кораблей. Я развяжу им языки. Так, ладно. Могу качаться. Что? Huh?
Что ты видишь, Сюнин? Лети же. Живой Нруга. Эй, эй, ты что делаешь? Я простой свинопас. Немного ли оружия для свинопаса? Тихо, гнусь. Мои друзья хотят с тобой поговорить. Не трогай! Я же просто коров пасу. Отпусти, Данка. Эй, ты же только что был простым свинопасом. Ну, почему бы и нет? У меня много всякой скотины. Ты же Дан, как и я, так что прекрати врать. Ёлки, вот. Tibi erit ipse benedictus, non vivet in ignorantiae suae providentiae, verbum autem Dei quod est multis...
Тебя послал Руд? Отвечай, и, быть может, доживешь до завтра. А, свинья. Так ты долго не протянешь. Это смертельное оскорбление. Прикончи его, пока еще чего не выкинул. Спрошу еще раз. Почему ты рыскал под стенами Нордвика? Хотел засвидетельствовать почтение Освальду, жалкому Саксу, позору Англии. Чего? Мне еще долго не надоест слюнявый бычий пузырь. Дай только повод. Поцелуй меня в зад. Целовать я буду этим. Ну, как там поживает твой зад? Когда зажгут огонь в Данвике, Руд соберет воинов. Они нападут с той стороны, где стены слабее всего. Вы, английские даны, податливы как масло. Руд велел кланяться, леди. Очень скоро вы увидитесь. Он может пригодиться, если... No. Тот, кто усомнится в твоей отваге и не ведает стыда, закончит так. Чё там? Я не допущу бессмысленной резни в моих землях. Хватит! Этот человек был опасен. Ну, никто не знает, что ты пьешь. Валдис, похоже, вы с ним знакомы. Нет. Не говори. Руд был моим мужем. А это Валдис. Твоим мужем? Ты что, уже замужем? Была. Мы не виделись 5 лет. Я не хотела его видеть и не ждала его тут. Восточной Англии нужны безопасность и единство. Пока здесь бесчинствует Руд, об этом можно забыть. Я поговорю с ним сам. Ему нет места в Восточной Англии. Пусть услышит это от меня. Ясно. Завтра начну искать нового короля. Приятно было познакомиться. Руд сожрет твои легкие на ужин. Держись подальше. Если я хочу быть королем, я должен встретиться с нашим врагом. Я зажгу огонь в Данвике и буду ждать его. Ты уверен в своем решении? Встречаясь с Рудом вот так, ты сильно рискуешь. Другого пути нет. Надо поговорить с ним лицом к лицу, без колебаний. Пошли, Освальд. Нас ждет Данвик. И, разумеется, вы тоже будете там. Иначе песни о вашей трусости будут петь еще 100 лет. Вижу, вы уже хотел поговорить сначала. Мы будем там, Мейбор. Говори за себя, наместник. Вам напомнить, но что сделает Хальфдан, если Руд захватит эти земли? Так, и чё? 1000 метров? Тут нет точки перемещения. Такого. А, нам этот, типа, видимо, нужно. Плавать не наш метод. Вот это другое дело. Может отсюда поскакать? Че, поскакаем? Злобный поскакун. Он арабский? Мы еще арабского скакуна пристащили с собой. Поскакуна. Норм. Да. А мы хотели делать Нью-Йорк город контраст. Ну что-то не срослось.
Фиг увидеть. Плотва. Плотва, не стреляйте друг в друга. Песня такая, я слышал. Шевелю плотву. Тоже интересная песня. Так, поехали туда, заскочим. Если это очередная... Не-не-не, не пойдем туда. Наши баги. Не сейчас. Попозже. Это... Как в Париже тогда было, он тебя выкидывает куда-то. В Данию. В Данию, да. Я видел, вроде там это было, что-то съесть. И еды нет. Это проблема, кстати. А, в кулачном бою. Мне это... Хлебало очистили. Два этих... Брата. Близнеца. Да. Ну мы тоже здесь норвежцы, поэтому. Да. И вот те самые. Ну, один же этот. Прекрасного волоса и Харальд, который здесь у нас выгнал из Норвегии. Да, он срезал. Теперь у вас одинаковые косички. Харальд тоже это грустит. Харальд грустить. Да, Мик. Люди Руда постарались. Что она сказала? Женщина. Эйвор, ты вы здесь? Колено преклоняете. Молодцы. Молодцы какие. Лучше бы ели. Они поели, теперь начали молиться. Данвик. Валдис, атакуй. А мы посмотрим. Пора зажечь огонь. Сразу. Я займусь этим. Ты будешь говорить. Мы с Бротером и Валдис пойдем к пристани. Не хватало нам сюрпризов. Мы с Озвальдом будем тут, пока не загорится огонь. Главные ворота охраняют. Так ты не войдешь. Ничего, найду способ. Мы присмотрим за тобой. Конечно. Чуть что это? Я вперед. Присмотрят они. Начинается. Так, это грибочки мы не едим, да? Стали жрать, сидеть. Чего это так сидишь? Сёнин, веди. Ну это как бы... Намекает. Надо туда идти. Данвик, избавиться от воинов Руда и зажечь огонь. Чуть на войны не вижу. Это воин? Вообще кто-нибудь есть, по-моему, вымерший город. Крепость. Куда? Страшно. Я бесстрашная. Я беззащитная девочка. Один еще сразу. Все, я нашел путь. Я нашел золото. Я как это. Кто на меня сагрился? Жоп все засунул. Стрелу. Ну.
кажется, я сразу в сокровище. Просто казалось. Во. Еще 10 монет и лютня. 10 монет и лютня. Ты ж как на 8 копеек погулять-то можно было? Так, в чем суху? Я не вижу ни одной красной сволочи. В хорошем смысле этого слова. Так, ладно, даже надо еще раз сориентироваться, где я. Во, нашел. Эй, что? Ты что? Разрублю! Что? Я же его начал вот это. За что? Откуда? Копье бы тебе в зад вогнать, шавка! Сиди, разгони. Ждем удачного момента. Всё! Как-то не это плохо отображается. Тебе. Ой, красиво. Так, ну я вообще в вонюху был крепкий. Где ты там, сучка? Да? На
помощь! Сюда! Помогите! Помогите! Ну, они так не говорят. Ну. Чего, никто не пойдет, что ли? Или достали уже? Пожалуйста, помогите! Так. Кажется, все. Когда загорится огонь, придут остальные воины Руда. Я все залутал. Ну, вроде бы да. Где огонь? Ну, пошли посмотрим. Так, ничего. Шашлычная. Мы открыли шашлычную. Один щедр ко мне! Несколько мертвецов в обмен на Восточную Англию и мою жену! Ха-ха-ха. Чудный день! Дерзкий чувак. Ты? Я тебя не знаю. Я тебя тоже. О, она, да. Ты... Мое имя тебе ни к чему. Тебе не придется его произносить. Поскольку ты умрешь. Кто позвал меня? Это ты, Валдис, любимая? Вот еще. 5 лет я была счастлива, не ощущая вонь твоих яиц. Это был я, Рут. И Освальд, пока не король Восточной Англии. И будущий муж Валдис.
Забирай людей и уходи. Саксы и Даны едины, восточная Англия сильна. Набеги нас не страшат. Я вернусь в Данию, а мне и похвастаться нечем. Мы проделали такой путь. Звезда, у меня уже есть в 10 раз больше. Что еще предложишь? Вот мое предложение, свинья. Хольмганг, ты и я, на кону твое королевство. Ну такое. Я согласен. Ты дурак? Я согласен. Бой насмерть. Бьемся за восточную Англию. Чё-то я подозреваю, что он не выйдет. Орех встает! И поле ждет! При первой возможности уводи отсюда Валдиса и ее братьев. Сегодня не их бой. Они нужны Англии. Не-не-не. Позволь, я сражусь с ним. Не-не-не, пускай сам сражается. Он вызвал меня. Ну что, ты готов? Овечий король! Ой. Я готов! Они волков с собой привели. Ясно, а я и не участвую в этом. Не выдержу. Ну вот. Еще один король. Ему кинул хана. Признай меня королем, жалкий Трэл! Нарушаешь правила, да? Кидай его! Король Рут! Это Спарта, кидай! Сдохни! Пусть. Признай мою власть! Это неожиданно был поворот. Прочь! Давай! И чё? К мосту! Ты все даже никого убивать не должен, что ли? Ну ладно, а очень хотелось. Чё там вообще происходит? Я его защищать или что? Походу да, блин. Чё стоишь? Кто тут, блин, лёг? По факту надо просто всех перебить снова. Потому что падал боебы, медленно бегают. Вставай. Ты, блядь, вставай. Сейчас убью. Я тебя убью. Вот все.
Ну такое. Точно все. Они отстают. Мы в безопасности. Ну и? А кто будет тело вылавливать из пучины? Вроде бы оторвались. Можно немного отдохнуть. Он бился достойно. Был яростен, как план. Надо вернуться. Да. Ну, быстрее думай. Не, люди Руда воспользуются преимуществом. Но... Мы едем в Нордвик. Будем сам ждать тебя там. Он погиб как герой. Если Бог